Главная цель проведения форума «Уралфест» – объединение студентов и выпускников разных стран мира для обмена знаниями и практиками. Для этого проводятся образовательные тренинги, на которых обсуждаются вопросы успешного обучения за рубежом, а также то, с какими проблемами может столкнуться студент за пределами своей страны. На мероприятии выступили приглашенные спикеры. Например, Алсу Гильмединова, выпускница Казанского государственного университета. Она проходила обучение в Соединенных Штатах Америки и стажировалась в Испании. Если сравнивать выпускников просто магистратуры, и ребят, которые отучились за рубежом в магистратуре, это специалисты совсем разного уровня. Поэтому я благодарна коллегам в ЮРГУ за приглашение. Я очень рада была познакомиться с участниками этого форума. Мне было приятно видеть такие активные, значит, вопросы. Студенты, которые реально заинтересованы. Я вижу, что это не просто мероприятие, которое организовано, ну, чтобы формально провести вот этот форум. Я вижу, что здесь собраны именно те ребята, которые хотят учиться, хотят развиваться. По словам спикеров, опыт обучения в зарубежных университетах – это лучшая точка роста для студента. Это большой толчок развития навыков, умение мыслить глобально и развивать гибкость мышления. Чтобы обрести новые знания, тренинг посетил студент из Таджикистана Зафар Салимов. Рад, что мы здесь учимся. Для нас это большая честь, чтобы на таком университете учиться. У нас образование, ну, вот это инженер-металлургия, мы учимся, вот мы на этом собрании приходили, это для нас мотивация, что, ну вот нам сказали, что они такие успехи достигли, и нам эта мотивация будет, что мы сможем дальше сделать в своей жизни что-то. Как отмечают спикеры форума, благодаря таким мероприятиям иностранные студенты смогут получить информацию о программах обучения и о построении своей карьеры.